Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Шотландию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Все-таки лучше смотреть с самого начала. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. На этом все, приятного вам продолжения просмотра. Маори объявили о дружбе с Индонезией. Дружочки-пирожочки тут собираются у нас. Артём, ты загрузился? Алексей, сделку. Да. Посчитайте нам кто-нибудь, пожалуйста. Давайте считаю. Раз, два, три. Все, у меня уже работает бонус Шотландии. Ой, что я сделал? Что ты сделал? Челлини сделка. Потерял своего всадника. Вот что ты сделал. У тебя не будет люксов на обмен на Индонезию? У меня будет ходов через 5, наверное, янтарь. Ну, янтарь это... А что я в Дамбартоне кампус не строю, интересно? Ну, тогда больше ничего не будет. У меня... Мне что-то вообще не завезло. Так, когда там у нас... С ресурсами роскоши. В меркантилизме, да? Мне производство в тропических лесах. Да, я вижу. Давайте теологию открою быстро. Только из того, что я вижу, вокруг столицы 1, 2, 3, 4, 5 месторождений жемчуга. Возможно, их и больше, просто я не вижу. Маори, а ты их забрал больше. Пантеон на рыбацкий лот? Нет, кто-то его забрал раньше. Это я забрал. Ну да, кстати, это очень сильно важно. Взял ли ты пантеон за Маори на этот рыбацкий лот? Странно, что турок взял пантеон на рыбацкие лодки. Вы можете? А у меня денег не скинут, потому что я не могу даже арбалетов апать. Ну, на самом деле, уже можно его не спасировать. В принципе, отбился. Отбился? Слушай, молодец, турок, уважуха. Дайте мне денег на арбалет, и я его дожму. Я уже даже таран построил, он у меня хранился 100 лет. Сколько тебе нужно тут? А, это у меня минус по деньгам. Сейчас, если он наступит... В некотором смысле это даже историчненько, если представить, что Римская империя — это Византия. Который... Алексей, у тебя Петра следующим ходом или нет? Да. Так мы насчет, что мы там делаем? Ну да. Что, да, Алексей? Конечно. Да, да. Посчитает там кто-нибудь? Давайте считаю. Все. Раз. Следующим ходом Петра, да, и как, да, вот это считаться будет? А? Что? Ну я хост, мне дадут. Скажите, как считать. Ну что, я типа почти готов. Считай. Считаю. Раз. Два, три. Фес что делает при обращении города? Ну, такое, но у меня, правда, универы там строят. Ладно, пока не буду. Давайте лучше в Кардифф. Вот так сделаем. Все, норм. Так, продолжаем открывать... Что? Наемников? Просвещение. Ну, вообще в просвещение надо идти. Потом уже в торговую республику. Ну, блин. Так, давайте железо обработаю. Не атакуй мою конячку. Она тебе ничего плохого не сделала. Так, этот камень к кому относится? К стерлингу? Давайте. Так, в стерлинге... Универ. О, я всех нашел. Ей! Это я всех нашел. И я всех нашел. В плане, что я тебя нашел. Так, 22 хода. Хочется в золото выйти. 13 и Юра. Я предлагаю нападать на Рим, потому что он уже потерял свою армию. Да, у нас союз с ним.
И у меня достраивают рыцари или... Юра, Юра, а расскажи, как ты свой ник придумал? Алексей, следующим ходом, да, Петра было? Да. Алексей, не болит. Ну, попытка не пытка. Как, какой ник, который в Дискорде или который... Ну, твой ник Юра. Мы тут, кстати, размышляли, что, скорее всего, тебя зовут Игорь, но все-таки Юра ты, да? Да. Сама оригинальность. Так, что-то на счет? Или уже можно так? На счет? Почему? Конечно, на счет. Кто-нибудь, пожалуйста, посчитайте. Считаю. Раз, два, три. Мастерскую давайте. А тут есть дорога вообще? Я так, по-моему, не провел, да? Как ты мог? Давайте в Стерлинг пока. Я случайно этого юнита подвинул, типа на два. Отвести его, так думал, передвинуть. Поэтому решил не атаковать твоего легиона внутри, а дать ему уйти. Тут у нас холмы, значит, вырубаем. Автомат поставлю. Маяк. Да, Петру меня угнали все-таки. Ладно. Что тут за миграция началась? Тут просто смотрит стрим, наверное. Заходит и выходит. Ладно, в индустриализацию заходит, надо. Пугается и выходит. В индустриализацию, это значит, ну, военная тактика норм. Ждать, пока ты еще раз на меня нападешь. Прямые паруса. Давайте через массовое производство сначала, потом вот так. Вон, ну, захвати Иерусалим. Хотя нет, не захватывай. Захвати, но нет, не захватывай. Что за... Ладно, я сейчас ограничу количество... Или пускай заходят. Да пускай заходят, просто чтоб стрим смотреть. На счет? Да. Считаю. Раз. Секунду. Вот теперь, пожалуйста, считайте. Раз, два, три. У кого там кошак мяукает? У меня бегает по столу, поэтому слышно. Ну, погладь манула. Погладил? Да, убежала. Все, молодец. Кагырка, сделка. Так, селитра есть. Я вот тебе, вроде как надо расселяться, но... Вот здесь хороший город станет. Если что, я тебе советую выйти в дипломатическую службу и поставить карточку учетный бар. Блин, может покупать просто поселенцев? Сколько? 520... Выйди в дипломатическую службу и поставь карточку учёный бан. Учётный бан. То есть теперь ты Риму помогаешь? А есть кто-нибудь, ну, кому... Ну, это мне, по-моему, выгодно. И Алексей тебе тоже, кстати. Я вроде и так норм. Нужен? И он готов его выменять. У меня янтарь есть. Отжили, что там воевать? Ну, я ж спрашиваю, мы продолжаем военные бесплатный действия. Юнит торговца, а класс. А что ты мне предложишь за мир? 250 науки, закажут соседнюю клетку с горами. Тоже класс. А мы класс. Его все равно еще вход целый не можем заключить. Тут у нас, по-моему, ну, сюда смотри, надо раз, два, три. Как бы, явно ты не пройдешь рыцарей. Три, четыре. Плюс, ну, у меня давай, Магнус посчитайте, внутри.
Ну, давай. Кстати, турку там, по-моему, воевать выгодно с его. Просто даже не захватывать, а просто... Ну, считаю. Да, давайте выгодно. Сюда. Ну, это раз, просто... Раз, два, три. Так, из эра бегает. Давайте стерлинга отправим. Тут холмы, холмы. Блин. Ладно. Ставы придется без вырубки тропических лесов. Как-то я там немножко затупил. Что ты там говорил? Универ готов. Ну, ты говорил, что один ход, а потом что? Я просто, ну, чтобы юнит... Что мы мир. Мачу-пикчу давайте построим. Объявлять только. Неужели у нас там так с ним похожи голоса, ты что ты говоришь? А. Ну, как бы я смысла воевать, честно говоря, уже теперь не вижу. Потому что ты отбился, наша война заведет нас куда-то в очень... Ну, короче, в проигрыш. Ну, с другой стороны, мне и развиваться тут негде. У меня нет городов. Я могу два города еще, может быть, нормальных ставить, если они не отвалятся. Рим, я не понимаю, у вообще-то турка... Вообще-то ты меня сейчас оскорбил, чикабум. Послушай, у турка 15 науки и 15 культуры. Да, сейчас назвать англичан. Как ты его не забираешь, я не понимаю вообще. А, француза. Так, его простансировали, он апнул. Ну, апнулся, но ты должен его по науке опережать вообще. Нет, смотрите, когда он... Ты даже меня по науке опережаешь, ты впереди там куда-то вышел уже. У тебя должны быть юниты просто на... На эпоху, ну, сильнее. Рыцари и летучие отряды. Так. Смотри, и есть. До того, как он вот это все объявил, еще до прошлой паузы, я готовился на него напасть. У меня было 8 лук, тирачников. Я их готовил для апа. И, ну, типа, я думал на него нападать. Так как он на меня напал, мне было чем защищаться. Те, что мне скинули 200 голды, я как раз апнул 2 арбалет на эти деньги. Собственно, он врезался. Он меня убил 3 пикинеров. Еще пару коняк. А я тебе сколько убил? Ну, ты мне убил, получается, 3 легионов верф. И 3 коней. А, и еще вот сейчас лучника, убил. Разведчика, да, катапульту. Ну, как-то это вообще заблудшая ката была. У меня есть таран. Ты не боишься тарана? Тарана. Мы на счет или уже можно ходить? Ну так мы продолжаем воевать или мы миримся? Не, я не очень хочу воевать. Хотя, блин, я вот сейчас думаю. Если на тебя кто-то нападет с той стороны, мне есть смысл тебя напрягать с этой. Никто не нападет, потому что у меня с французом союз. Француз. А далеко. Француз. А тебе долго до союз там? Я не буду напрягать его. Зря. Ты понимаешь, я же укреплюсь за счет него прям. Все его города будут такими же. А у меня бонус тебе будет. Ну, Мапучи, блин, ты там город откнул, конечно, заблочил мне место, это жестко, конечно. Турок, тебе не кажется, что ты как-то слишком борзо себя ведешь с 15 науками и 14 культурой, расскажешь о том, как ты сейчас Рим заберешь? Да какая разница, если у него юниты, которые... В Циве можно с 100 науками на 120 ход нагибать других чуваков, если ты вышел правильно. Со 100 науками на 120 ход я, может быть, и соглашусь, но с 15 науками против Рима я себе не представляю. Но при этом у нас была сила равная, и я отбился кое-как. Отбился? Ну, да, отбился, окей. Ну, забирать Рим. Ты Рим, понимаешь? Нет, Рим просто впереди тебя по науке, и он будет апать юниты, у тебя... Ты будешь подходить к его... Ты можешь подойти к его городам. У Рима денег немного денег. Да ему просто апнуть юниты, чтобы города были сильные. Он не может его города забирать. Причем тут... Смотри, я понимаю, что я не могу его города забирать, но в то же время мне некуда развиваться. Я сейчас даже, если уйду обратно в развитие, мне, грубо говоря, ну некуда, у меня ни одной горы нету на территории. Вот вообще, ни одного, один барьер на риф, я вижу кампус на +2. У меня, ну, такая территория просто... Нечего тут делать. То есть, если дальше играть в развитие, я так и буду сидеть 15 наук. Так, инженер. На один район больше позволяет построить. Не совсем. Поэтому я хочу, чтобы вы напали на него, либо чтобы он меня уже вынес, потому что это просто трата времени. Давайте вынес в сконе. Не может. Хорошему.
Смотрите, из Роксбурга у нас проложена дорога, да? Блин, это все еще первый посол сидит, ё-моё. Ну что-то меня так как-то не прокачивается. Могу, у тебя там справа территория, ты что-то в нашу сторону целишься. Артём, так что мы продолжаем? Так он и в нашу сторону селится вообще-то. Он что-то во все стороны селится. Да. Не, ну продолжать, я тебя не заберу, только разве что юниты тебе поубиваю. Блин, придется в Данди ну, отправлять, продолжаем. Уже только так дорога нет, прокладывается. Ну, от меня предложение тебе висит. Дальше смотри сам. Я не вижу предложения. А, сейчас от меня перекину. Все, ну, в Анции сидит Магнус на 3, прокачанный, со стенами. Так что это будет убийство юнитов твоих, когда ты к нему подойдешь. Нет, это... Ой, не нет. Магнус, Виктор, я хотел сказать. Чего ты Виктора на 3 прокачал аж? Угу. Ну, война. Опасался, когда увидел столько арбалетов. 2 арбалета? Нет, у тебя было их 4, я эти 2 убил. Я просто, ты не убил лучников, у меня денег на 4 не было. У меня только вот эти 2 арбалета, которые есть, это у меня все, что есть. Ну, у тебя на самом деле, знаешь, какой выход есть? Вот в пустыне, где река, возле Иерусалима, справа от него ставить город. Кстати, мавзолей в Геликарнасе надо бы построить. Что сейчас, и я под Бурсу один город ставить. Нечего делать. Еще один вниз туда, на озеро. Давайте туда. Строить мавзолей. Ну, тут, конечно, коммерческий район было бы, типа, неплохо, но... Слушайте, а давайте тут маяк. Чё-то я... Маяк, а потом мавзолей в Геликарнасе. Тут же коммерческого района нету. Слушай, твой кошак нам всем душу рвет. Она скучает. Вот и орет. По кому она скучает? Просто потому что на нее внимания не обращают. А волшебный тапок нет, нету. В смысле, чтобы ее побить? Показать просто ей все. Типа, смотри. Я где-то читал, что если ну, кидаться в кота тапком, это соизмерно, что человека кидаться пуфиком. Диваном. Просто соотношение размера и веса, так что подумайте над этим. Блин, ты прям нас это... Заставил задуматься, да. Если уже не хотите, хотите точнее помучить кота, то сразу хотя бы на шаурму ее пускать. Дело было. Так, вот тут... Блин, мне надо больше рабочих, больше строителей. Эти очень много клеток обрабатываются, которые не обработаны. Жители работают на этих клеток, которые не обработаны. Рост производства. Здесь, наверное, производство сделаем. Рост производства. Подождите, я открыл просвещение. Ой-ой-ой. Это ж мне надо рационализм ставить. И... Плюс 2 влияния. 162 науки. А шато можно строить на твой? Иррационализм открыл. Не, иррационализм. Индустриализацию открыл. Такие сложные слова в ЦИВе. Так, уголь у меня уже капает. Надо фабрики строить. Я
раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, отлично. В столице надо фабрику. Священное место бы, конечно, тоже. Великое песчаное море, прикольно. Селитру обработать. Так, вот здесь я хотел верфь купить. Еще 580. Ждем. Классно, ждем. У меня город вместо клетки 2-3 обрабатывает клетку 2-1. Сюда сбегать, посмотреть. Меня Чикабум просит не улетать. Ну, там вообще Индонезия тоже неплохо идет. Да и Мапуче. Кто бы меня вынес, то я сижу тут. А чё, кстати, Челиня, чё у тебя так мало науки? Зачем? Не нужно, да? Будешь сейчас... лояльностью всех давить. Ну, как-то. Я сейчас я доберу науку, там компуса достроится. Мачу-Пикчу. По 4 хода. Так, мне надо в темный век, значит, выходить. И как бы радует, что никого рядом нет, что я в темный век выйду и никто не будет меня лояльностью давить. Фес до шестерочки доведем. Тут центра коммерции нету до сих пор. Надо можно сюда ставить. Сейчас тебе там стрелок разграбит караван. Не разграбит. О, а кто там НДНС? Не хочешь меня вынести с моря? А чё ты вот не дал себя вынести этому Риму и теперь просишь других выносить? Не, ну подожди, ну я не был против, чтобы он меня выносил, но я же не собираюсь ему просто так отдаваться. А Индонезу ты просто так отдашься, да? Ну, скажем так, у меня одна галера, у него больше шанс. Ну, подумай. Чё? Письменник появился. Ну, писатель по-русски. Так, больше торговых путей. Но сначала я куплю здесь верфь. Так, строитель завершен. Пройти в стерлинге надо фабрику. Потом уже мавзолей. Так. Тут мы откладываем производство, потому что в этом месте я коммерческий район хочу построить. В Дамбартоне что? Библиотека завершена, универы.
В авиацию. Священное место какое-нибудь построю, интересно. Ну, вдруг эти плюс 3. Надо бы и сделать, на самом деле. Почему не... Или с другой... Или подождите, или тут лучше театралочку. Лучше театралочку плюс 5. Да. После фабрики. А вот в Данди священное место. Вот здесь. Ой. У меня ж слюнька потекла на это священное место. Нормально. Челини сделка. Еще ж только 3 религии, да? Да у тебя как бы 2 города всего нам. Зато каких? У кого 2 города? У турка только 2 города? У меня в целом только 3 города. Нет, на море. А, у тебя всего 3 города. У меня всего... у меня территория такая, что... Еще торговцы, отлично. Это даже эти 3 города, они никакие. Ну ты суров. Ну в прошлой партии было получше, конечно. Так, Стерлинг, Р... Данди, Роксбург. Ладно, еще из столицы отправлю. Блин, я не вышел в темный век. Ё-моё, в нормальный вышел. Поставил город, нормальный век вышел. Да. Я так тоже всегда делаю. А что я сделал? Фарусский маяк построил. Эпохи, конечно, быстро идут, да? Благодаря Лёше. Благодаря Лёше или благодаря Риму? Ну что, Рим? Алексей, у тебя были вольнодумства, да, получается? Сейчас должна ножку упасть, но вряд ли сильно упадет. Хотя, не-не-не, нормально. Да, там гавань плюс 4 науки дает. Сейчас там еще будет шанс догнать, чувак. Да, я вообще сейчас в минус по науке выйду. Будет минус 23 по науке. Гавань плюс 4 это много? У меня гавань 15 науки дает. А, ну я понял. То есть у вас там все фейковое. Там. Вы обман... Ну сейчас увидим следующим ходом. Или не следующим, когда там... Нет, еще 2 хода. Блин, или я могу еще в золотой век выйти? У меня тут лояльность минус 14. I found myself in this moment. Плюс к строительству чудес. Ну, колосс, наверное, кто-то уже построил. Дворец Потала, Чеченица. Разведывательное управление давайте. Ага, коммерческий район уже пока не могу здесь строить. При этом... Все нашли этот Губустан, но никто на него даже город не поставил. Ну, от меня он очень далеко, остальные не знают почему.
Ну там только Леонора может поставить. Ну я поставлю через несколько ходов. Через 6, через 5. Там село какое-то. Слушайте, может тут чеченицу сделать? Давайте мастерскую и чеченицу потом. Вечно не хватает. Блин, 4 очка. Четыре очка до золотого. Как Наска хорошо клетки бафает, конечно. Фига себе, где Стамбул я нашел. Там Рим со Стамбулом. Я думал, где-то Тура где-то недалеко. Вера есть, потратить веру сейчас. Тоже потом. Что потом? Будет тяжелее. Ну, типа золотого века не будет, ты это имеешь в виду? Увеличится это цена. Я думаю, он про это. Сказал бы ты это чуть раньше. И то, и другое. Так, сейчас великого человека получу. Я с этой войны еще забуду, 3 очка. У меня есть очки веры. Так, а что ты на Иерусалим? Еще одно очко. Блин, я уже сейчас вышел нормально. Ё-моё. Я думал, еще будет время. Я же город прям под ним, разве нет? А почему я не могу атаковать мечника из города, который через одну клетку от города стоит? И шоколадки на обмен. Давайте селитру еще обработаем. Апну. В арбалетчиков. Слушайте, а у нас континент-то такой маленький по сравнению с тем, сука, море. Да. Так, амбар. В порох надо выйти, потому что каменолом не дают. Создать священное место. Блин, Даномия и так есть. Так, в авиацию я вышел. Аэропорты надо построить. А, значит, порох. И дальше идем в алюминий. Две верфи. Верфь еще надо купить. Он там строится с другой стороны. Ну, в Стерлинге надо будет купить, наверное. Да. Давайте за промку увеличим. Точнее, уменьшим. Может, увеличим? Зачем тебе уменьшить? Ты хочешь юниты строить? Ну да, увеличить. Да всем выгодно юниты строить. Ну, чтобы было веселее. Нет, я наоборот, за увеличение производства на юниты. И плюс 5 к силе разведчикам я голосую. А, ну у Лёши там горцы, это хорошо ему будет. Там, у него не третий давайте уровень. Давайте на дальний бой. Да, давайте дальний бой, это дефаться лучше. Давайте снижено за производство и дальний бой. Повыше на производство. Зачем снижено производство? Юнитов и дефаться. А зачем людям строить юниты? Люди все равно не будут нападать, как бы. Почему не будут? Юниты всегда хорошо, типа, человек видит, что у него много. Ребят, а так дофига производства требуется. Требуется дофига производства. Надо. Раз много производства, не надо юниты строить вообще. Если человек настроит юнитов, его забрать намного сложнее. Люди, послушайте. Так если будет плюс 100% к производству, так как его забирать будут?
блин. Понимаешь, просто 10 арбалетов, они отдефают даже 10 там кирасиров, понимаешь? Понимаю. И арбалеты они еще дешевле. Понимаю. Ну, как бы это выгоднее даже для обороняющихся. А если их будет очень дорого строить, никто эти арбалеты не будет создавать. Лёша, как видите, наука не упала вообще. Упала, у меня было 181. Ну да. Я стрелял 171, сейчас 173. На дальнобойные проголосовали. Ого, как вся дальнобойность. 580. Леонора так 3 его закинула. А не закинула б 3, возможно, я бы продавил ближний бой. Так, куда дальше? Пошли в национализм, потом в мобилизацию. Сейчас разграбит там рынок, я думаю. Фабрики тут не нужны, запретный город, тут коммерческий просишь. Район я хочу строить, Анкарват, дворец Потала. Я вообще-то не то чтобы близко, мне тут довольно длинный аппендикс надо оплывать. Ой, мне кажется, я даже Иерусалим. Кампус плюс 2. Две силы. Театралочка. Тоже плюс 2. Это? Промышленная зона. У меня всего 2 арбалета. Давайте промышленную зону вот... Блин, мне сначала вверх надо верфь купить. Да, разграбил мне. Рынок надо ремонтировать. Кто в итоге? Никто меня не послушал, да? Не голосовал за увеличение производства юнитов? Нет, все тебя послушали, все проголосовали. За увеличение производства. Да. За снижение производства. А, ну вот видишь, ты неправильно сказал, и все проголосовали за увеличение. Ой, нет, я сказал сначала правильно. А мы услышали вот так просто и проголосовали. Когда голосуют за снижение производства, всегда людей забирают меньше. Потому что тогда люди могут просто забрать на самолетах других, если вот так вот, как сейчас проголосовали. Может, на самолетах даже. Ну, самолеты это... Там еще 20 ходов до них, Леша. И все. 20? Примерно. Сейчас еще раз тебя на укус. Я бы сказал 8. 8 ходов. Может, тогда хоть Лёша меня заберет. Ой. Лёша как-то далековато от тебя. Нужно забрать француза и меня. Ну, в этом готов бесплатно.
Ясно. Это с этим лагерем надо что-то делать. О, вот Индонезия. Очень странная карта, конечно, сгенерировалась для Пангеи. Два. Ладно, пока не буду никуда посылать. Есть чай и янтарь на продажу. Янтарь, походу, у всех есть просто на продажу. Так, проверим, что у нас тут. Рост производства. А что делает анархия, кто расскажет? Увеличивает тебе все на 15%. Карточный тусовый, это как мешатель карт. А у меня выбора не было особо. Как это? Это лучше, чем ты 3 хода теряешь всю науку, культуру и деньги еще. Минус 40, а это сейчас деньги, минус 50. Ну да, минус 3. То, что города. Предложение, мапуче предложение. Так, кстати, ресурсами надо поторговать. А, что у кого может Рим, быть? Я бы на том месте предлагал бы культурный союз, слушай. Блин, вообще не с кем торговать. Рим, я тебя когда договоримся? Так, союз закончился. Давай гляну внутри городов. Я хочу Леонору самолетами забрать. Лагерем разбираться. Все, тут уже не проплыть. Вы можете смотри, догнать, но вы... Леша меня опережает всего лишь на 199. Так, аэродром сделан. Поехали. А, у меня нету. Так, вопрос. Стоп, почему у меня. А че у тебя с наукой и культурой случилось? Внезапно. Рим шпиона заслал. Так, тут отложим производство, это он хотел кампус строить. Так, если мне кто-то что-то там предлагал и говорил, я сейчас без наушников сидел. Алексей, может как-то договоримся, союз продолжим как-то, ну... Всем выгодно. Ну, заберешь ты меня тут. Тебе пытаешься сопротивляться, конечно. Забирай, но не захотел мне помогать, нечего его жалеть. Так а в чем мне выгода? Чего? Ну, не забирать тебя. Союзы, деньги. Так я союз с кем-нибудь могу другим заключить. У меня тут по морю есть еще с другой стороны ребята. Древние средневековые стены. Тоже прикольно. Или может на морских городах. Мапуче можно.
кстати, до Индонезии и Турка случайно не добегают караваны? Я думаю, нет. Да-да, реально можно тут цешиться. На Лёш, чё там. Потому что вы не догоните уже его там. Он заберет сейчас полка. А у Турка ноль науки, ноль культуры. Это почему? Рим заслал шпиона. Операцию провел удачно. Алексей, ты дружбу не принимаешь, да? Да. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!